Здравствуйте, мои друзья! Я очень рада, что вы заглянули ко мне на кухню. Сегодня мы с вами приготовим очень вкусное блюдо, подходящее для завтрака. Это пицца в форме кексов. Готовится все это на раз-два. А если вы впервые у меня в гостях, оставайтесь, вы сможете в этом убедиться. Для наших кексиков нам понадобится 50 грамм оливок, у меня без косточек, и я их нарезаю такими тоненькими колечками. И 50 грамм вяленых помидор. Помидорчики тоже нужно нарезать. Я их нарезаю малюсенькими такими кубиками. В принципе, вы можете взять любые продукты, которые вам нравятся, добавить сюда. Мне нравится вот такой средиземноморский вариант. Помидорчики, оливки. Пошаговый рецепт вы сможете прочитать в описании под видео. И теперь мы все подготовили для наших кексиков и будем делать тесто. Сначала жидкие составляющие. 2 яйца, 250 мл молока, 100 мл растительного масла без запаха. Все как следует размешать до однородности. Теперь сухие составляющие. 300 грамм муки, чайная ложка соли, столовая ложка сахара, пол чайной ложки орегано, чайная ложка сухого чеснока и пакетик разрыхлителя 10 грамм. Все размешать и постепенно вводим в молочную яичную смесь муку, сухие компоненты. И все как следует размешиваем, чтобы не было комочков, чтобы тесто получилось не густым, не жидким. Вот такое, как на оладьи. И прямо в тесто мы выкладываем нарезанные вяленые помидоры, оливки. И у меня 200 грамм сыра, моцарелла, натертого на мелкой терке. 150 грамм мы добавляем сразу в тесто, а оставшиеся 50 грамм нам нужно будет посыпать сверху наши кексики. У меня вот такой противень с углублением на 12 кексиков. Нужно смазать каждое углубление растительным маслом. И выкладываем тесто почти доверху. Все распределяем ровненько. Если у вас есть бумажные манжетки, то можно не смазывать углубление маслом, а выкладывать тесто прямо в манжетки. Теперь сверху на тесто мы выкладываем томатный соус. У меня готовый соус, я его купила в магазине. Это соус для пиццы, он уже сразу с итальянскими травками. По пол чайной ложечки выкладываем и вот так вот размазываем ровным слоем томатный соус. И сверху на томатный соус мы выкладываем 50 грамм натертого сыра, распределяем все на каждый кексик. Духовка у меня заранее разогрета, 180 градусов, режим вверх-вниз. Мы будем печь наши кексики до сухой зубочистки. В моей духовке они пеклись 30 минут. Вот я проверяю, все у нас сухо, все у нас пропеклось. Сейчас мы будем пробовать. Я помогаю себе вот с силиконовой лопаточкой достать кексы. Конечно, если бы у меня были бумажные манжетки, это было бы сделать легче. Посмотрите, какой он румяный и сверху, и снизу. Сейчас мы его разрежем и посмотрим, что у нас получилось. Посмотрите, какая у нас получилась красота. Пробуем. Это очень вкусная, воздушная, ароматная выпечка. Эти маленькие пиццы-кексики можно приготовить не только на завтрак, но и на ужин, и для перекуса можно их приготовить. Да, и для праздничного стола в качестве горячей закуски они очень даже подойдут. Приготовьте, а мне будут интересны ваши комментарии, и я всегда рада вам у себя на кухне. Мира вам, радости и добра!